Никогда тут не было. Блин, тут и правда ровно. Расизма. Моня, только далеко не упрыгивай, а. Ручей безымянный. Пчелы зузат, потревоженные. Что ты там жрешь, собака? Жизнь мечтала туда зайти. Но тут всегда были заросли. Мне казалось, что тут ни черта нет, одна вода. И вообще очень стрёмно. Может их пошевелить? Опять этот телефон. Светло. Ну. Моня, ты где? Ну а вот где он овалился-то. Вот сейчас будет экстрим. Либо тут, возможно, пчелы, а у меня волосы в свободном полете. О, пчелки. Для тех, кто в танке до сих пор. Если я тут пройду или нет. Не, как-то стрёмно тут проходить. Оно пружинит. Да, вон там цветочек, кажется. Сегодня дальше дома выйти не получится. Моня, что ты там грызешь? Моня! По-моему, это липа.
Нам мостик сделал родственник. А вот это все делал Лёлик. Все листья выгребал. И Лёлику немножко помогали в этом месте. Интересно. Свали отсюда, нах. Меня только что укусила пчела. Хотя, наверное, тут нереально это сделать. В общем,